Что такое стихи? Это художественное произведение, которое написал поэт. Это небольшой рассказик, который можно их пройти и рассказать. Это когда их читают, когда их пишут. Это набор слов, складных слов. Какие стихи тебе нравятся? Мне нравятся веселые стихи, потому что от них происходит радость. Про осень, про зиму, про весну и про лето. Мне больше нравятся всего стихи новогодние, летние, осенние. Про зиму, про осень, про людей, про животных, про природу. Расскажи стихотворение. Где б ты ни жил, но мы с тобой родня по родине одной. Родня по солнцу и по небу, по травам, рощам и по хлебу. По рекам, что бегут звеня, по флагу нашему родня. Повезло тебе мне, мы родились в такой стране, где люди все, одна семья, куда ни глянь, кругом друзья. Крепко мы руки друг к другу пожмем, песенку нашу от дружбы споем. Михаил Садовский, осень. Березы косы расплели, руками клёны хлопали. Ветра холодные пришли, топали, затопали. Осень наступила, высохли цветы. И глядят уныло голые кусты. Вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет осень до поля. Тучи небо кроют, солнце не блестит. Ветер в поле воет, дождик моросит. Зашумели воды быстрого ручья, птички улетели в теплые края. Пусть сосны и ели всю зиму торчат, снега и метель закутавшись спят. Их тощая зелень, как иглы ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Мы ж легкое племя, цветем и блестим, и краткое время на сучах гостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Но птицы отпели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ли за ними и нам улететь?